26 мая в 6 часов вечера сотрудниками отдела по чрезвычайным ситуациям района Теренколь и пожарной части номер 8 проводились рейдовые мероприятия по береговой зоне реки Иртыш села Теренколь. В этот момент в 15 метрах от берега был замечен тонущий ребенок. Об этом сообщил начальник районного отдела по ЧС Сабитхан Мадеев. Девочка 12 лет, захлебываясь на воде, пыталась звать на помощь. Старший лейтенант гражданской защиты Оскар Алитаев незамедлительно бросился в воду. Сильное течение осложняло задачу, но проявив профессиональные качества и оперативные действия, Алитаев добрался до ребенка, успокоив его, вытащил на берег. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Уважаемые родители, отдел по ЧС рекомендует вам следить за детьми, не допускать походов и выходов на водоемы без сопровождения взрослых. Безопасность детей в ваших же руках. В настоящее время купальный сезон еще официально не открыт. В этой связи купание запрещено. Берегите себя и своих близких.